Прекрасная новость для поклонников Акына Акыназю. Наконец-то мы узнали имя партнерши актера в новом сериале «Ловушка», который выйдет на телеканале ТВ-8 в новом телевизионном сезоне. Для нового телевизионного сезона телеканал ТВ-8, который специализируется на реалити-шоу, заказал сразу несколько сериалов. Самый ожидаемый телевизионный проект с телеканала – сериал «Ловушка», «Тузак», главные роли в котором исполняют Акын Акыназю и Талат Булут. Также в ролях Илайда Чевик, Рыза Кожалу, Яыз Джан Коньялы и Анур Дурмас. Долгое время продюсеры не могли определиться, кто же станет партнершей Акына в проекте по сценарию Эйлем Джанпалат, который расскажет впечатляющую историю мести. Велись переговоры с Нильпери Шахин Каян и Айчой Ашин Туран. В конце концов, удалось договориться с Бинсу Сарал, хотя первоначально турецкие СМИ утверждали, что актриса отвергла предложение. Как сообщает известная журналистка Берсен Алтутаж, Бинсу сыграет персонажа по имени Чичек. Производством сериала занимаются компании «Фабрика Япын» и «Аджон Медиа». Режиссер Айтач Чичек известен зрителям по сериалам «Чудесный доктор» и «Ранняя пташка». Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которой я даю в описании под этим видео.